Игорь, сейчас люди все очень хорошо живут в России. Ну и слава богу. Очень хорошо. Процветающая Очень страна, хорошо. я рад за вас. Работы много. Вот ты посмотри, вот 500 000 украинцев приехали. Их всех обеспечили жильем, едой, работой. Детей поустраивали, расселили по всем, по всей России. Даже кто-то из Кемеровской, там, Волжской области, кто где хотел работы, им понаходили. Они с радостью, с благодарностью пошли. Кто тебе это сказал? Кто сказал? Люди все эти сами говорят. Кто сказал? Где ты это слышал? Показывают их разбомбленные деревни. А, ты это видел на телевизоре? Игорь, полностью уничтожены подожди. Ты это видела по телевизору? Да, да, это показывает наше телевидение. Другие не показывают. Почему, ни ты, Европа, ни Америка. Почему ты веришь да, тому, верю, что верю. Показывают тебе по телевизору? Почему Игорь, ты это веришь? У нас, Игорь, я не хочу тебе говорить, но я тебе говорю то, что есть. Послушай. Показывают, как эти люди и переправляются по коридорам. Мама, остановись. Я профессиональный телевизионщик. Я знаю, как делаются телепередачи. Я режиссер. Я тебе заявляю, как профессионал, это все сделано искусственно. Я могу это сделать элементарно на своем домашнем компьютере. Какую угодно информацию перевернуть наизнанку. Достаточно поменять запятые в предложении, и смысл меняется на противоположный. Это все гадкая пропаганда. Не верь этому всему. Ну хорошо, смени хорошо. Тему. Когда-то ты меня узнаешь и поймешь. Тебе вообще есть. Дай бог, покажет, чтобы ты была права, но ты нет. Весь мир покажет разрушенную страну Украину. Ее полностью уничтожили. Можно нет, я скажу? Украины нету той, можно я была. Скажу? Можно я скажу другую точку зрения? Не надо говорить. Ты даже не хочешь слышать. Украина мертвая, нет уже Украины. Ты даже не хочешь слышать. Ее полностью разгромили авиацией. Хуже, чем была с немцами война сейчас идет на Украине. Россия туда не мешается. Вот что брехня, клевета на Россию. Россия только помогает. Помогает только украинскому народу, который приходит к нам. Понятно. Ты, в общем, зомби тоже. Нет, не зомби. У нас оно в Питере уже полно украинцев. И все им дорогу, зеленые коридоры дают, помогают. Чем могут. И одежды, они как были, даже без документов, под бомбами убегали. Нету деревень, нету городов. Полностью Славянск уничтожен, Краматорск уничтожен полностью. Там деревни эти самые... показывают трупы с оторванными головами, с оторванными ногами. Это люди плачут, кричат и стоят на коленях, чтобы Россия помогла. Игорь, это ты когда-то устал. Сейчас идет разбор, передача в ОБСЕ, чтобы наказывали виновных в этом, и чтобы был второй Нюрнбергский этот самый. А вы там ничего не знаете от вас. Скрывают, от вас скрывают. И я благодарна нашему Путину, что он помогает моему народу. Понял? Все, Игорючек, пока, все.